night, trying to hide the pain. I'm going to the place where love and feeling good don't ever cost a thing. And the pain you feel's a different kind of pain. To the place where I belong, and where your love has always been enough for me. I'm not running from, I know I think you got me all wrong. I don't regret this life chose for me. But these places and these places are getting old, I'm going home. I'm going home. The miles are getting longer, it seems. The closer I get to you, I'm not always been the best man, a friend for you, but your love remains true. And I don't know why you always seem to give me another try. So I'm going home, back to the place where I belong, and where your love has always been enough for me. Родители и гости нашей школы, добро пожаловать на наш праздник. Линейка, посвященная 1 сентября, считается открытой.
одноклассникам. Сегодня радостно провести день и целый год. Постараться учиться так, чтобы вами гордилась школа, ваши мамы, папы, бабушки. И это относится ко всем ученикам. Первый раз пришли вы в школу, первый раз, первый класс. Но все для вас сегодня ново, все волнует вас сейчас. Дорогие малыши, знаем, вы готовились. Рассказать свои стихи вы уже настроились. Гора свалилась с плеч, гордые, нарядные, мы идем по улице с добрыми улыбками, и все на нас любуются. Провожать не надо нас, мы сказали маме. А в какой идем мы класс, догадайтесь сами. Отчего же я веселый, я одет как на парад. Я иду сегодня в школу, это вам не детский сад. Мне исполнилось 7 лет, меня счастливее нет. Я сегодня в первый раз отправляюсь в первый класс. Мы хотим скорее учиться, подружиться с букварем. От страницы до страницы мы к весне его прочтем. Мы научимся до лета рисовать, писать, читать. И всегда по всем предметам получать мы будем 5. Мы теперь совсем большие, в школу мы пришли. И теперь никто не скажет, что мы малыши. Оставайтесь, куклы, дома. Ухожу учиться в школу. Некогда теперь играть. Книжки буду я читать. В зеркало я очень долго на себя смотрел. Все долго удивлялся, когда же вырасти успел. Был вчера малыш-разбойник, а теперь я взрослый школьник. Почему-то мама с папой так разволновались, словно вместо меня в школу в первый раз собрали. Папа чистил мне ботинки, стряхивал с меня пылинки. Мама мой большой простынь собирала целый день. А теперь, открывай нам школу дверь. Принимайте в школе нас. Здравствуйте! Первый класс! Ответное слово ученикам 11 класса. Дорогие первоклассники, сегодня школа первый раз вас поведет дорогой дальней. Примите поздравления от нас и много добрых пожеланий. Грызть науку на потом вы не оставляйте. Потом бывает суп с котом, и классику читайте. Чтоб беседы на ковре были очень редки. Не деритесь во дворе, не дергайте соседку. Будьте вежливы со всеми, старше не грубите. Всех быстрее на перемену, учаться не спешите. Полюбите физкультуру, в жизни пригодится. Скорректировать фигуру, накачать вам мышцы. И запомнить всем вам надо, силу важнее. Вера, дружба, вот что свято, с ними вы сильнее. В школе будете трудиться, будет некогда скучать. Постарайтесь выучиться на 4 и на 5. Есть в году различные праздники, и сегодня праздник у нас. С гордостью поведем первоклассников в их приветливый школьный класс. А в сторонке стоят родители и с волнением на нас глядят, будто все впервые увидели повзрослевших своих ребят. Здесь вас научат множеству премудростей, решать задачи, правильно писать. Научат не бояться трудностей и книги умные читать. И каждый за собой следить научится, портфель собрать, косички заплести. Мы верим, все у вас получится. Пока в образцовом порядке, и вопрос ни один не возник. Ни помадочки нету в тетрадке, чист как синее небо дневник. Чист как синее небо дневник. Первоклашка, первоклассник, у тебя сегодня праздник. Он серьезный и веселый, встреча первая. Ребята, в
нашей школе работает спортивный клуб. Мы ждем вас. Секций много. Приходите, мы будем очень рады видеть вас. Тем более есть на кого равняться, есть кому подражать. Снова школьный звонок нас зовет на урок. Значит, кончилось шумное лето. Первый день сентября. Детям радость даря. Каждый раз повторяется это. Для учащихся ежедневно звенит голосистый звонок. Вот и сегодня он ждет, чтобы оповестить о начале учебного года, о начале занятий. Листья кружатся над школой, к югу ласточки летят. И опять звонок веселый на урок зовет. Почему ребят? Пролетело лето звонкое, нынче снова за урок. Пусть торжественно и громко первый прозвенит звонок. Право дать первый звонок предоставляется ученикам первого класса Курбусову Людмиле и Матерн Дмитрию и ученикам 11 класса Голову Закиру и Лузгиной Елизавете. Спасибо.
Ты посмотрите, ребята, какая у нас с вами красивая цветочная поляна. Спасибо вам, ребята, большое за такие замечательные цветы. И у вас сегодня подарки, дневники и книжки. И всем вам... Желаю вам всем учиться на дни. А сейчас мы всем спросим, встречая наших храмов.